Либеральные экономисты любят утверждать, что свободный рынок выгоден всем – и богатым странам, и бедным странам. Прежде всего бедным, ведь за счет своих каких-то сравнительных преимуществ они имеют шанс поравняться с богатыми, а богатые – поделиться своим богатством. Однако правда такова, что богатые страны, как правило, уже хорошо индустриализированы, а бедные занимаются сельским хозяйством и добычей сырья. Между ними складываются отношения неэквивалентного обмена. Суть этих отношений прекрасно понимали еще много столетий назад. Так, в 1744 году Мэтью Декер в своем эссе о причинах упадка международной торговли открыто писал: «Люди на плантациях, соблазнившись возможностью открыто торговать своими продуктами по всей Европе, непременно погрузятся в выращивание их, тем самым попытаются восстановить весь недостающий спрос во всей Европе. И они отвлекутся от мануфактур, что непременно соответствует интересам как нас, так и их». Последнее, конечно же, лукавство.